Приборами пользуюсь биорезонансной терапией, использую в своей практике с 85 года. Чем больше пользуюсь этим методом, тем больше убеждаюсь в его эффективности использования. Если на сегодняшний день доктора используют этот метод терапии как дополнительный метод в тех случаях, когда имеются сложные случаи, в тех случаях, когда имеются непонятные случаи, всегда есть смысл попробовать то, что имеет нестандартные механизмы влияния на тело человека. В данном случае приборы магниторезонансной терапии имеют достаточно большой показатель в процентном отношении эффективности работы с всевозможными видами инфекций. Там, где обычная система химиотерапии с доказательной базой медицины дает сбои, особенно тогда, когда имеются резистентные формы к инфекции, мультирезистентные системы, например, туберкулез, мультирезистентные формы. И в данном случае могу сказать, что мои слова направлены не только к пациентам, но и к коллегам, которые могут увидеть мой ролик. И этот ролик пусть внимательно оценят в том плане, что тогда, когда антибиотикотерапия не дает результативности, эти приборы во многом и очень часто дают значительные сдвиги в улучшении качества лечения пациентов. Я в данном случае могу сказать, что пользуюсь этими приборами во многих тяжелых случаях для помощи и оказания больным, которые стандартная доказательная медицина дает более слабые результаты по сравнению с тем, когда используешь прикладные методы терапии с помощью приборов магниторезонансной терапии. Это приборы именно вот Smart Life, которые вышли за последние годы на Украине. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с предыдущими приборами. В данном случае у них усилен и улучшен диапазон влияния, он более концентрирован, более мощный, и спектр влияния таких приборов неинвазивного характера расширился до 1,3 ГГц. Конечно, те специалисты, которые в этом деле достаточно хорошо известны, осведомлены, они понимают преимущества этих приборов нового поколения. Спасибо за внимание.